Итак, непосредственно для подключения светильников напольных, настенных и потолочных были закуплены для устранения тока в утечке незначительных, которые были выявлены в лаборатории, были закуплены вот такие вот ферритовые фильтры. Вот этот вот более-менее универсальный идет у нас на обычный сетевой кабель, который шел вместе со светильником. Надевается легко и просто до защелкивания перед входом непосредственно светильник. Вот, все, он полностью застегнулся, он не ездит, то есть сидит жестко, стащить его не получится. На кабеле выглядит следующим образом. Подключается на напольные, ну и настенные, там где провод у нас от 6 до 9 мм. Для потолочных светильников в хирургию используется у нас вот такой вот провод. Маркировка его ПВС 3 на 2,5 квадрата. Вот. И на него садится уже чуть побольше ферритовый фильтр непосредственно перед входом в саму на этот самый на блок питания самого светильника потолочного перед входом. Также защелкиваем, ставим, и он здесь немного гуляет, поэтому либо подматываем изоленту, либо ставим термоусадку. Перед тем, как его застегнуть. Вот и все. В таком виде он находится на потолочном светильнике. Ну и вот, собственно говоря, как это выглядит уже в шоуруме на конкретном примере. Этот светильник, который был в лаборатории для проверки, сейчас стоит у нас в шоуруме. И вот так вот замечательным образом ферритовое кольцо расположилось на проводе питания.